Еще одна посылка пришла, и тут у нас мультиметр, это все с GearBest пока заказывалось по распродаже. Я не помню, за сколько я его купил, там, но что-то около $10. Я уже покупал такой мультиметр для друга, и мне он очень понравился, он компактный, я, по сравнению с тем, который у меня есть. У него идет в комплекте, должна идти мешочек, вот их характеристики, ZT100. Категория 3, 600 UV, Digital мультиметр. Вот. В общем, я решил себе обновить мультиметр, заказал поменьше, потому что он от батареек, а у меня мой мультиметр от, ну, тут от пальчиков батареек, а у меня мультиметр от кроны. И крону, ну, во-первых, тяжело найти, чтобы купить. А, во-вторых, ну, неудобно с кроной, конечно, хоть она и дольше держится, но все равно батарейку пальчиков легче найти. Вот, модель у нас ZT-102 написана. Давайте посмотрим. Обзоров очень много на них. Щупы пришли, я отдельно себе покупал на Алиэкспрессе такие щупы, вот, точно такие, для своего мультиметра старого, они сразу здесь положили такие. Прикол в этих щупах в том, что у них тонкий наконечник, ну, хотя у меня, наверное, там, да нет, такие же, вот тут снимается колпачок, должен сниматься, вот, и они тоненькие, длинные щупики получаются. Вот, открываем колпачок. Если надо, где-то потоньше, подлиннее. Я отдельно покупал, у меня есть где-то в обзорах, отдельно покупал для... Вот это да. Вот, термопара, вот это вот мне еще больше всего нравится, как бы мелочь такая, но очень приятная мелочь, что можно температуру померить. Термопара, причем мы купили другу, он доволен такой, и говорит, что она действительно работает, и якобы работает правильно, вот так это все выглядит. И давайте посмотрим, вот чехольчик, кстати... Я когда другу покупал, был какой-то запах немножко резины, но здесь запаха вроде бы нет. Ну, все отлично. Так, смотрим у нас здесь. Отсек для батареек. Батарейки, скорее всего, здесь нет. Также мне понравилось в этом мультиметре, это подставочка, что можно поставить его и замерять что-то. Плюс он компактнее, он, наверное, раза в два меньше, чем тот, который покупал я раньше, ну, года 3, наверное, 4 назад покупал себе мультиметр. Помню, бешеный бабок он стоил. Вот, так. А мы нашли тут мини-пальчиковые. Я нашел пальчиковые сейчас. Для проверки я не помню, они заряжены или разряжены, но для проверки, я думаю, нам будет достаточно таких батареек. Нет, недостаточно. А, нет, достаточно все. Так, давайте термопару сразу проверим. Получается, палец мой 32, а была в комнате 26 температура. 28. 27. А ну сколько тут железочка это видит? 25. Железочка 25. Рука у меня 30. Здесь, наверное, теплее должно быть. Да, здесь теплее уже. Давайте теперь щупики при. Проверим батареечки, что у нас с батареечками тут.
1,64 вольта батарейка. Свеженькая. Сильно я на ней мучать не буду, потому что ты что-то отключил. А, я дотрагиваюсь рукой, и он мне показывает, что я даю какой-то ток. Да. Авто, тут есть много режимов разных, то есть на каждую кнопку, ну, на каждый режим можно еще переключать AC, DC, вот. Поэтому герцы, проценты, DC, DC, давайте DC. Да. Вот, обзоров на него очень много, я как бы очень доволен, я посмотрел кучу, сюда сделают еще под крышку магнит, вставляют люди, для того, чтобы можно было крепить куда-то на железную стену или еще что-нибудь. Вот, на этом у меня все, подписывайтесь, ставьте лайки, до новых встреч и удачных покупок!